летать начал. Я еду, еду, мы с банка сейчас доеду. Да. О, вот сейчас пойдет прикольно. О, вот сейчас придет прикольно. Покольно. О, я бесконечный глайд хватаю. Я глайжу. Я мы с банка прилетел. Друзья, вечер добрый, с вами Квантум, Кратос и Кузака. Сегодня безумные гоночки. Всем привет, ребят. Всем здорово, друзья. И опять Кузака поставил. И Старчиллс Фрий. Да, и опять мы в море где-то. Ей, погнали. Уехать. Кратос, как всегда, выделился. А, мы сразу в аэропорт въезжаем, отлично. О, знакомая гоночка, ну, теперь, кстати, очень сильно знакомая. Теперь нужно мне выигрывать, Так, ребят, скажем, не могу ехать. Отыгрываться. Бедный Антон. Что такое? Ехать, как ты не можешь ехать? Я вообще ничего не могу, я вижу свою мышку. У тебя, кажись, GTA просто off. Очень хорошо. Меня какие-то Антон, бустеры унизили. А, Кратос вышел. Захожу. Кратос вышел. Окей. Что-то Кратосу сегодня не везет. Я заехал на красный хрень. Сейчас бы на мотоцикле волрайды проходить. Так, блин, здесь какие-то спирали вижу я. И... Ну вот, я проехал. Да, но так тяжело проходится как-то, его со стороны в сторону качает. Да, я прошел его вроде с первого раза. Да, я тоже с первого раза. Конкуренции вообще зеро просто. Зеро. Кола, зеро. Все. Ну и она тоже. Так, я чувствую, здесь совсем скоро будет финиш, и я проезжаю роторы. Да ну, я какой первый... финиш, какой финиш? Что ты делаешь, Квантум? Не пугай меня, дай-ка мне первую позицию, я на третьей. Ну хорошо, так уж и быть, сейчас я остановлюсь, пропущу перед тобой человек так 8. Не, и гонка только начинается, наверное. Мне кажется, здесь нужно было 2 круга стоять. Ну, блин, ну 18 чекпоинтов это вообще ни о чем. Ну, 18 чекпоинтов, я не знаю. А вот он и финиш. Нет, да? 2 круга не получилось бы сделать. Глайд! Какой глайд? Центр! Ладно, все, сейчас. О, вторая позиция. Меня пропустил мистер Теслик, и все. Сейчас за Квантумом финиширую спокойненько. Если, конечно, финишируешь. Ехать и ехать до финиша. Да ладно, там все легко. Там все легко. А здесь просто гладь. Тихо. Знаешь, да я прилетел, по-моему. Да ну, я перелетел. Тупо просто перелетел. Я долечу. Все спокойно. Финиш, да. Все. Я прям в центр попал. В общем, продолжаем. Бабский бесконтактный режим, к сожалению. Кузак, а ну-ка расскажи, почему у нас бесконтактный режим? Это так Кратос, попросил. Чего вы на меня гоните? Кратос, тебе что сломать? Я тебе колесо пропущу. Я хотел вообще контакт. Друзья, короче, эта гонка, она просто на охренеть какой высоте. Вы сейчас все увидите сами. Это просто такой беспредел. Там вертикальная. Вертикальная хрень будет. Блядь, я чекпоинт пропустил. Я вообще врезался в стенку. Так, погнали. Мама, я чекпоинт пропустил. А, видимо, я второй, друзья. Видимо, я второй. Я застрял? Застревучий. Я вижу, куда когда второй едет, а вот... Да. Отвидание. Биомусор. Мы здесь с подписчиком ездим. Ну, типа, попросили же, Бесконтактный режим. Очень странный чекпоинт был, потому что я пролетел. А знаете что? Я тоже улетел. Очень хорошо улетел. То есть у меня еще есть шансы, да, я так понимаю? Да блин, о, это кто? Амиго, до свидания. Тут вообще беспредпективняк какой-либо. Я то же самое сделал. На скорости света просто за 100 метров до поворота долететь. Это не очень. Данюлик, Данечка, иди сюда. Нет, Антон, тебе ничего не светит. Третья позиция будет за мной. Я разберусь. Так, главное сейчас первое место занять. Все. Ты какой едешь там, Кузака? Я второй, сейчас обгоню первого и все, и моя гоночка. Я здесь стараюсь дрифтить на поворотах. Я понимаю. Не теряя скорость, в поворотах ходить. Не то, что вы там на последних позициях. На последних позициях. Да, на последних позициях. Но всего здесь 5 позиций. Нет, если бы не тот чекпоинт, который был в самом начале, если бы не протупило. Я бы был вообще бы вторым. Ну видишь, Антон протупил. Я обиделся. Ага. Я здесь какую-то мясорубку сейчас въезжаю. Какая-то здесь мельница пойдет, что ли? О, я вижу роторы, да, вращаются. Я тоже заезжаю, я прям за тобой, дружище. Ты давай чтоб ты там провалил в эту дырку. Провалился, ё-моё. Здесь всё слишком легко, нет ничего сложного. Да-да-да. О, вот сейчас пойдет прикольно. О, вот сейчас придет покольно. Покольно. Покольно? Ого, ещё там создание. Жесть, Я вертикально. Да-да-да-да-да. Это вообще офигеть. Что это было, блядь? Ультраскорость. Надо перестраиваться. Ебать, профи просто. Лайк за это. Я не разбился, я перестроился. Так там вообще изи. Изи. Надо ехать, вы что меня не предупредили? Я сказал, я вертикально падаю вниз. Все. Ман, просто я частица.
Чувствую, что моя будет вторая позиция в этой гоночке, и все отлично. А, там уже финиш, судя по всему, да? Ну, сейчас посмотрим. Да, мне еще 6 чекпоинтов буквально. 6 тема чекпоинтов. Просто, знаете, гонка чисто, блин, на бешеных скоростях. Я, к сожалению, не смогу нагнать уже позиции, все потому, что здесь нет ничего сложного, только ехать по прямой. Ну, в принципе, да, поэтому, к сожалению, без возрождения. Нагоню я уже две позиции. Но мы разогреваемся, мы разогреваемся. Хотя я вижу, тебя ты едешь впереди, ты совсем сильно недалеко от меня. У тебя-то 20, то есть ты меня можешь обогнать, у тебя максималка больше-то. Ну, максималка больше, у тебя ускорение выше. Так, ну да. И это здесь класс. Опять труба пойдет вниз. Я чуть сейчас не светил как-то. Я просто езжу по потолку. Я просто... А, да-да-да-да. Я чисто не торможу, тупо еду. Это да просто круто. По стеночке. Сейчас буду разгоняться, короче. Все. Он финишировал на первой позиции. Не видать охренеть, мне первой позиции. Как он финишировал? И это финиш на второй позиции. И Кузака финишировал. Бля, они да. Финишировали все. Изи. Просто обидно. Изи гонка. Гонка на байках. Мы начинаем, судя по всему, это гора Челяты. Это туннель. Это гора Челяты, это туннель. Подножье. Круто. Подножье да, какое-то. 3-2-1. Можно мне? Погнали. Чего, куда ты поехал? Я сейчас вам покажу тактику козла. И, в принципе, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Смотрите, как я ускакал. Я взял геймпад, еду с геймпада. Как интересно на геймпаде прыгать. Да это изи. На РБ. Ну я же говорю, тактика козла. Все отлично. Вы охренели, Антон, что-то поедет с дороги. У меня геймпад не подключен. Все, я уже проскакал туннель. Я понял, неспортивное поведение. Натя, неспортивное поведение. Чего там такие гопники? Неспортивное поведение. Что у вас такое? Он что-то взорвался, мы не успели выехать, если уже взорвался. Там, короче, сейчас бы велосипед был взорвать 2К16. Еман там Кузака вообще уехал. Да, там я сейчас уже на лесопилку заезжаю. Там какая-то дичь пойдет. Посмотрите. Да недалеко я, че вы на меня? Недалеко гоните. Текст. Нормально. Да все нормально. Сейчас заедем сюда. На крышу. Это что такое за эпичный волрайд? Да это вроде не волрайд, по ней просто придется ехать. Навряд ли волрайд на BMX, это ж вообще дичь какая-то. Нет, я видел волрайд на BMX, мы тут много чего повидали. Волрайд на BMX? Нет, сука! Текст. Блин, сказал жопы. Здесь главное не спешить по этой узенькой хрени, по этим узеньким вагончикам. Текст. Есть, я пролетел, и все нормально. Не спеши. Тихо. Не про меня. Тихо. Не спеши, нормально проехали. Данил. Охренеть, так тут надо по контейнерам ехать. Да, я почти сейчас взял чекпоинт. Главное сейчас не слететь. Главное не слететь. Ты уже чекпоинт взял? Нет, я еще не взял. Там это долго короче, ехать очень. Наверх. Это, короче, нужно наверх заехать. Текст. И там уже финиш, по идее, да? Да. Все, я взял первый чекпоинт. Главное сейчас допрыгнуть. Так. Офигеть, так, повезло. Еду, у меня все нормально, я не упаду теперь, потому что я еду. Не, ребят, это так, жестко. Можешь мне помешать квантуму? Квантов мало. Ну, как всегда. Да-да-да. Так, нужно, знаете, что сделать? На F1 нажать, я что-то забыл. О, кстати, Да-да-да-да. Блин, забыл совсем. Так, ладно. Главное здесь не ложнуть, она такая какая-то извилистая дальше пойдет, где у финиша. Прям вот там, ну да, надо поворачивать. Сколько чекпоинтов? Блин, ну там вообще... Кто-то еще там просто до чекпоинта, кроме Кузаки? Я да все, я сейчас финиширую. Здесь 21 контрольная точка. Я сейчас сказал, как это Шурик какой-то. Как Шурик Вартанова. Да. Тут геймпад здесь вообще не делает. О, вон, напряженка, вижу, напряженочка. Ну все, я в принципе могу похвастаться и сейчас сказать, посмотрите в левый нижний угол. И что там? Ах ты, Кузак, ты чё? Блин, вообще просто бешеный тип. Да я же говорю, я мастер BMX-ов, я мастер всего. У нас где-то Данил финиширует, а что там далеко от чекпоинта? Да там какая-то вообще изи гонка. Продолжаем безумие в GTA, и это, возможно, самая сложная и пукано-бомбящая гонка. Друзья, это просто жесть. Это да. Просто жесть. Давайте спойлерить не будем никому, что там будет. Знаете, просто доедем. Бесконтактный режим. Бесконтактный режим здесь не просто так стоит. Ого! Здесь все очень... Ого. Да. Сейчас все просто узнают все. Николай, отлично. Самолет в текстурах застрял. Какой самолет в текстурах? Какой там самолет? Где он стоит? Самолет стоял в текстурах. Антон, что, первый? Я пролетел. Нет, это я первый. Не надо тут. Я вылетел. Все хорошо. Я слишком сильно хотел занять первую позицию, поэтому я вылетел на повороте. Теперь я четвертый. Блять, ребята, у меня... Здесь еще дождик был и... Здесь дорога мокрая. У меня трабл. Что у тебя трабл?
Я не могу, блядь, на горку заехать, у меня мотик не прет. Лол. А что ты за мотик-то взял? Телегу, что ли, какую-то? Лошадиную. Ну, чё взял? Ладно, задом сейчас поеду. Да ну. Честно, лол, тебе бы задом на эту горку заезжать. Чё за горка у тебя? Я вообще... Да ну, здесь все изи заезжать. Я даже перелетаю их. Как то можно не... Я вообще прилетел. Понятно. Антон, ты попробуй с разгона, я верю в тебя, у тебя все получится. Я уже это проехал. Я вообще, блядь, да. Вторым. Опять хучущий меня подставил, просто ненавижу этот мотоцикл. А как ты сейчас красивый. На Хакоче будешь там проходить кое-какую хрень? Лол, это было как минимум красиво. А что сейчас? Там вообще жестко все. Ну, сейчас увидите, я не хочу вообще ничего говорить, чтобы подписчики это увидели. Кто-то знает, и Кузака запускал на сегодня Ну там по превьюшке-то было все видно. Скрываешь, а? Ну ничего, я проходил, так да. Что для меня вообще не проблема. Почему Погнали. Я умер? Ты где, ты какой едешь? Ты первый? Я первый по тропе ехал. Вообще седьмой, я обиделся, Ой. Просто еду там где-то сдалека, блядь, что? Так, Данила, готовы? Это вот такое дерьмо. Если на первую позицию, а что там у вас такое? Там борьба. Проехать, да? Там 20 километров по ней ехать. Ну там можно, конечно, догладить. Я, конечно, воспользуюсь глайдом и постараюсь догладить. Гладить, кстати, на хучочи драк очень удобно и, блин. Ну вот Антон, да. Повезло. Это еще каскадерская гонка, к тому же, так что мы это все пройдем сегодня. Там чисто, короче, смотри, Кузак, там чисто нужно ровно встать и тупо гнать. Не тупо. Там нужно как-то выравниваться. Как его знает. Погнал. Кузака, погнал. Погнал. Погнал, по фиолетовой еду. По фиолетовой. Пошел ты еду. Пошел ты. Я, кстати, на желтой. Ай, я слился, да, я пока с собой. Бля, главное не упасть. Есть, я пропал. Ого, это что было? Ой. Бля, я испугался, Кузака, блин, пугает. Я доехал. Я как скример, да, выскочил, типа. Ребят, я доехал до стройки, вот я проезжаю стройку, которая возле моей банка. Там есть чекпоинт где-то? Нету. Блин, жалко. Там все одним рывком, там все одним рывком, там все одним рывком. А как чувак-то пролетел? Да ну нафиг. Бля, ебать ты гонишь, пиздец. Да я стараюсь сразу, типа, на бум. Ой, нет! А как можно прогладить? Ты говорил, что можно гладить здесь. Как это сделать? Типа на большой скорости ехать, а потом гладить. Тяжело. А как ты будешь подруливать на большой скорости? Я подруливаю на заднем колесе. Кстати, на заднем же колесе будет проще подруливать. Ай, слетел на желтой хрени, до зеленой доехал, слетел. Мне чисто будет съезжать, я хотел как-то ровно его поставить. Так. Я поехал. Не вижу, ты поехал там. Так, ладно. Ай, слетел с фиолетовый, да что ж такое-то? Ты далеко же доехал? Да блин, я, надо было, блин. Короче, до желтой доезжать и да, там-то... Уже люди пишут, у меня бомбит, вы понимаете, у людей же бомбит. Не бомбит у меня, он сам не пришел. Бомбитовая кислота, в помощь. Как ты это делаешь? Да ладно, ну как я так? А как ты так... Как ты это делаешь, Данила? Не знаю, второй. А, Данила. Тут если пишет, что он уже не выдерживает, и он уходит спать. У людей, понимаете, бомбит, нервная система не справляется с таким. Блять, как же ты меня пугаешь. Все. Так. Ура, да, там знаешь, что плохо? Она неровно построена, вот эта голубая. Она да, сразу да, вверх. Да, я слетаю. О, я чуть не упал. Да ну, ё... Данил, там в аэропорту. Кратос, я сейчас еще раз испугаю. Здрасте. В аэропорту Тревора следующий чекпоинт. Да, так, тормоз. Да ладно, ну почему он тормозит? Слетает, да ёбаный ты нахуй. Так, слетать начал. Я еду, я до Мейсбанка сейчас доеду. Ты до Мейсбанка доехал уже? Все хорошо. Я бесконечный глайд хватаю. Я бесконечный глайд. Я глайжу. Я Мейсбанк перелетел. Я лечу. Ты на колесе едешь? Офигеть! А, да, я глажу, я ё-моё глажу, офигеть! Как ты не догонишь? Я уже на двойную доблечу, смотри, да, да, смотри! Шуст, ты меня сейчас догонишь! Я прилетел! Я третий уже! Я уже тебя обогнал! Ты глаз! Да похрен, нахуй ты гладишь! Бля, надо, короче, тоже гладить, на этой штуке я смогу загладить! Да! Просто прогладь, он мимо меня пролетел! Я уже над пустыней Тревор лечу, над тюрьмой! Так, давай! Давай. А я тут еду по этой хрени. Вот и едь, Данил, а мы будем гладить. Вот именно, Кратос. Так, я уже на желтой, я уже на зеленой. Я взял чекпоинт. На кой гладить начал? Я около Мейсбанка начал гладить. Да, я взял чекпоинт. Желтая, разноцветная.
Все, да, я взял чекпоинт. Я кого-то обогнал. О, друзья, просто на лайк тема. Какого хрена такого... ты чекпоинт там взял? Все нормально. Все по правилам, все честно. Успокойся, Даниил, все. Офигеть, я тут еду 11 минут, значит. Да-да-да, я здесь за секунду прогладил. Я упал! Что? Глади. Для аэропорта Тревора. Серьезно, ты упал? Нет, Даниил. Откуда ты гладил? Я гладил сейчас. Короче, около вот этой стройки, в 30 метрах от нее начал гладить. Вот так. Зака, Данил, посмотрите, где я? Все, я буду следить за вами, и это, ё-моё, финиш на первой позиции. Вы понимаете, блядь, я тупо еду, я не сбрасываю скорость, блядь, уже сколько? У меня тупо, блядь! А как вы едете на заднем колесе и рулите? А, смотри. Я тупо не падаю. Типа на Ctrl и AD. Ctrl и AD. Или чё вот? Вот типа того, только аккуратненько. Хотя ты можешь полностью жать. Ладно, друзья, если вам понравились сегодняшние гоночки, то можете подписаться на наши все каналы, поставить нам лайк, а также оставить свои позитивные комментарии. Ну а с вами были Кузака, Квантум и Кратос. Всем удачи и всем пока. Адиос, амигос. Всем пока.